удобно. Ну, а начать можно вот так. Взяла жидкость, взяла белила, сделала сметанный замес. Взяла коричневый. Цвет света здесь коричневит. Но, тем не менее, смотри, вполне себе свет, правда? Примерно вот таким количеством вещества полностью избавишься от белого. Полностью. Количество вещества желательно сделать такое, чтобы когда ты мастихином захочешь придавить это вещество, было бы что придавить. Смотри, даже излишек появляется чуть-чуть. Ладно? Давай. Количество краски. Синий, коричневый. Ты так никогда еще не делал? Имею в виду, естественно. Колес, да? Да. Это его первое обозначение, да? То есть не то, что это уже финишное, но уже какое-то обозначение леса произошло. И тональное, и цветовое. И фактурное. Травище. Смотри, ничего волшебного не происходит. Поверхностный штрих. А вот какая результативность, да? А всего лишь поверхностный штрих такой набирательный. Я набираю вещество. Нет, чтобы что-то такое великое, да, совершить. Нет, просто набираю вещество. Однако там я создал вот эту структуру. Здесь я создал вот эту структуру. И уже между ними внятная разница. И уже между ними... единство. Что это за художник вообще? Посмотри. Не, все классно. Я говорю, что это за художник, который просто машет топором. Я думала, что два дня надо рисовать. Просто машет топором. Значит, по всем пятнам, которым сейчас я прошелся, ты тоже пройдешься и совершишь похожие действия, или хотя бы фрагментально совершишь, так, чтобы не нарушить все, если будет нарушаться, хотя бы фрагментально. Здесь попробовала, здесь чуть-чуть попробовала, здесь чуть-чуть попробовала, стараясь повторить мои движения. Видела, я даже не сходил на палитру, вот где-то там кусочек темненького себе взял, просто темненького. Смотри, я практически срисовываю пятна, да?
Прикольно? Ладно, лошадку я пока оставлю, а вот везде-везде поковыряться похожим образом. Может, я взяла еще покрою. Ну, мастихиновая живопись, она, в принципе, краски особо не боится. А здесь нарочито мастихиновая живопись. Так что, видишь, мне даже есть еще что доложить. Смотри, удар с рикошетом плашмя мастихина. Иногда получается чуть не плашмя, а чуть бочком, но идея удара именно плашмя. А там, если получается немножко не плашмя, ничего страшного, нормально. Можно, конечно, чуть-чуть дополнить и вот такими звуками. Это уже ребром мастихина чиркательно по холсту. Ты видишь, травяно-травяно. Да, сейчас уже травяно. Прямо камыш-камыш. А и по-легкому, да, вообще. Ну, художник вообще не утруждался. А сверху лес похож немножко? Похож. Молодец. Молодец. А вот травка только сейчас стала похожа. Ну, у тебя тоже было неплохо. Не-не-не, ты на себя не наговаривай. Спасибо. Честно говоря, обычно люди робеют сразу как-то мастихином, а ты так в бой пошла без... Ну я по телевизору, по компьютеру посмотрела на вас, как вы это делаете. И другие тоже смотрят, а потом робеют. И здесь ничего не напортило, может быть здесь и ничего толком не сделала. То есть все-таки нужны какие-то, хоть какие-то... Себе что-то. Сейчас. Нет. Хоть какие-то полосатости, создающие уход. А вот их чуть-чуть не хватило здесь. Так. Немножко это все начинает таять. Освещение лошади немножко неправильно я сделала, да? Освещение. Да нет, ничего такого ты принципиального не намучила. А я немножко так помучилась, побольше немножко положила краски. Нет, не переложила, да? Ты краски. Не-не-не, вот я сейчас трогаю и не вижу, где ты переложила. Не переложила. Ты видишь, я взял и пальцем тоже дополняю укладочку. Чтобы на спине читался белый, там должно быть недобело сзади. Я предлагаю вторую лошадку рисовать без наездника, да, вот просто да, темную лошадку, да, вот эту. Да. А я не поняла, что это наездник, я думала, это лес. Потому что наездник нас крови повыпьет, а толку зачем нам там так всерьез нужен? Да. Дадим лошадкам свободу. Помнишь уже когда? Такими туманами, раздавленностями, да? То есть не густотами только, но раздавленностями. Я понял, ага, хорошо. Ну, однородно стало. Так хорошо здесь эта теневая была. Зачем она тебе надо было сюда гнать свет? Так хорошо, что он был вот в этом диапазоне, понимаешь? Понимаю. Так. Конечно, тут без кисти не пролезешь. Здесь, да? Да. Ой, в вопросах уточненного рисунка.
Поэтому я взялся за кисть. Но сами брызги там хорошо подсунуло. Еще, конечно, есть у тебя. А чей телефон? Хороший, добротный, способный. А чей телефон у подоконника? Мой. А подружный вас попросил? Очевидно. Опять 10 минут. Просто мне вообще разрядился, а вот просто больше. Ну, Скоро это ж не показатель вообще. Вот, но очевидно, есть способности. Развлекаться живописью будешь. Спасибо большое. Thank you.
Шестом? Можно еще раз наброситься на фоновое вот это дальнее пятно. Чтобы касания стали не такими жесткими, а вот такими мутными. Вот такая мглистая установка. Вполне у нас. Лошадочку еще чуть-чуть там повыписывай, да и хорошо все. Могу глазик сделать и все, а то я боюсь, что слой не получится. Да ничего страшного, так я потом. Это... Я думала, взрыв. Ты сделала технично взрыв, технично, но только взрыв не нужен. Хорошо. А то получается, что лошадь сейчас рвется на части, взрывается. Ну, сейчас она брызги, мясо, крови и прочего. Вот мы с тобой уже обсудили, что на спиночке там свет, поэтому дальше чуть темнее, чуть-чуть темнее, чтобы этот свет прозвучал. Маловат глазик, чуть-чуть увеличить. Ну, а так уже смотри, уже вроде как на лошадку. Похоже. То есть, смотри, идея в чем? Траектория не взрыва, которая разрывает сейчас лошадь в дребезги. А траектория брызг, которые вот подпрыгивают, как-то лохматятся. Или терпимо, да? Или тоже взрыв получился? Тоже взрыв, да. Его бы я специально взрыв. Я вижу, что технично сделала идею взрыва. Но именно он-то здесь и не нужен. Я же поэтому и похвалил сначала, говорю, что технично сделал, но не нужен дом. Так же, как здесь не нужна подчеркнутость, наоборот, вот такая всколоченность. Да. Чуть-чуть, может быть, нам не хватает вот этих звуков желтоватых. Травяных. Там тоже трава. Тоже чуть-чуть этих звуков. Ну что-то такое, да? Мне нравится. Чай не нравится, да. Я бы так не... Ну и главное, что справлялась. Нет, ну при общей концепции
нарушениях в общей концепции ты, в принципе, технически справлялся, что, что поразительно, технически сложнее, чем. Да. Интеллектуальную часть-то понять можно, а вот технически исполнить, а ты как раз с технической хорошо, легко.